Подросток из Озерска оседлал «Жигули» и едва не получил серьезной травмы. Парень забрался на капот машины и устроил дрифт на одной из площадок города. Ночные катания экстремала на видео снимали его товарищи. На улице темно, так что оценить эмоции парня довольно сложно. Но судя по тому, что за время поездки он не издал ни звука, видимо, больше заботился не о том, как выкрикнуть какой-нибудь крутой слоган, а о том, как бы покрепче удержаться за капот автомобиля. Чем закончилась такая опасная поездка, осталось за кадром. Концовку катаний с ветерком автор видео выкладывать в соцсеть не стал.